Дорожают не только овощи, но и услуги. Тарифы в муниципальных банях взлетели сразу на 30, а то и на 50%. Так, в банях номер 4 и 7, а также в поселке Строитель, в будни можно помыться за 240 рублей против прежних 160, а в выходные вовсе за 280. В бане номер 5 тариф повысился на сотню, 280 и 360 рублей соответственно. В бане номер 22 стоимость увеличилась от 103 до 160 рублей. Учитывая контингенты, средние значения в Рязани за минимальные. Пенсию в месяц можно помыться 25 раз, если не тратить средства больше ни на что.